Сиамские близнецы из Челябинска, которых 28 лет назад разделил гениальный хирург, рассказали, как они сейчас живут. В 90-е годы их случай стал сенсацией в СССР. Операция по разделению до сих пор считается уникальной. И сегодня в памяти хирурги самые известные его пациентки открыли мемориальную доску. Артур Шпулатов продолжит тему. 11 Аня и Таня Коркины пересматривают семейный альбом. В графе «Дата рождения» стоят сразу две цифры – 9 апреля и 17 мая – день, когда они родились и когда их разделили. Девочки в 1990 году появились на свет с необычной патологией. Аня и Таня – сиамские близнецы. Диагноз для их родителей звучал как приговор, ведь в России к тому моменту еще никто не брался за разделение сросшихся детей. Первым провести уникальную осмелился челябинский хирург Лев Новокрещенов. Впервые в нашей стране провел уникальную операцию по разделению сиамских близнецов с общей печенью. Девочки срослись животами, у них была одна печень на двоих. Операция по разделению в то время стала настоящей сенсацией. И сегодня в память о великом хирурге, который осмелился бросить вызов медицине, открывают мемориальную доску. Этот случай первый успешный в советской истории. До этого все попытки разделить сиамских близнецов заканчивались смертью либо одного ребенка, либо обоих. Мама Ани и Тани до сих пор вспоминают эту историю с ужасом, ведь шансы выжить у ее долгожданных девочек были 50 на 50. Анестезиолог сказал, говорит, мол, типа, готовься, или двое будут живы, или один, или вообще обе умрут. Так что, ну что, все было, все говорили. Особенно сложно пришлось анестезиологам, ведь у близнецов единая кровеносная система. И при введении наркоза одному малышу засыпал и второй. Оставался главный вопрос, как разделить печень. Ведь операции на ней и сегодня остаются самыми трудными. Однако Лев Новокрещенов разработал свой уникальный метод. Работать медикам пришлось буквально с каждым сосудиком. И этот способ был даже запатентован. Наверное, еще по тем временам общественность не могла оценить вот этот профессиональный подвиг, эту научную мудрость, эту смелость, мужество. Но реальное в том, что сегодня вы видели, эти девочки живы. На сегодняшний день и качество жизни их просто удивительно. Поскольку операция прошла успешно, инвалидность девочкам не дали, и они росли как обычные дети. До года были под постоянным контролем врачей, потом ходили в больницу на обследование раз в месяц. О своей уникальной истории узнали не сразу. Шрамы и отсутствие пупков их мама Вера Коркина каждый раз объясняла по-разному. И только в 10 лет рассказала, как они родились, показала фотографии и познакомила с доктором, который подарил им вторую, полноценную жизнь. Ой, мы его прям обняли, Санютка, прям вообще вот. Мы с ним общались, как он спрашивал нашу прошлую жизнь, как мы живем, есть у нас мужья или нет. Есть мужья или нет? Нет. Друзья только пока. Детей? Детей нет, пока нету. Но будут, скоро будут. Сейчас девушкам уже 28 лет, но они почти не расстаются, работают вместе, готовят и коптят рыбу на одном из предприятий. В планах скоро сыграть свадьбы, может быть, даже в один день. Артур Шпулатов, Маргарита Хижняк, ОТВ.